Всем привет, говорит показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня очередной результат очередного той-хантинга. Вот, приехал ко мне очень редкий хищник от Нека, 8 дюймов, 16 серия. Ghost Predator, как мы видим. В состоянии нового, нераспечатанная коробка. Ну, искать бэушную достаточно сложно, потому что если будет продавать, то это будет продавать только коллекционер. Соответственно, будет знать цену этой игрушки. И в любом случае задешево купить ее навряд ли получится. Хотя всякое бывает. Но поэтому я ждать не стал, заказал в магазине. Ну, что могу сказать. Так как экземпляр был последний, соответственно, ждал я подвоха. И действительно, фигурка пришла поврежденной. Был отломан один клык у него. Слава богу, деталька осталась в коробке. То есть я уже вскрыл ее. Вот. Все восстановил, отремонтировал. Все отлично. Также был, значит, плазмокастер. Сама пушка отскочила. Вот. И более того, фигурка 16-го года. Давно-давно хранилось, сам блистер стал лопаться, что ли. Но щели образовались, поэтому хорошо, что плазмокастер не выскочил. Поэтому вот для коллекционеров, кто будет покупать себе эту фигурку, обращайте внимание на мандибулы, то есть на клыки, да, хищника. Тут такой же косяк, как у первой волны хищника Трекер. Клыки сделаны из жесткого пластика такого. И, соответственно, при любом нажатии, например, по центру, может быть, я не знаю, от стряски какой-нибудь, то есть клык может отлететь. Реально, пластик намного жестче, чем у обычных хищников. Ну, плюс, также уточняйте, чтобы вот плазмокастер был на месте, потому что, не знаю почему, был лопнут блистер, и эта деталь может отсутствовать. А так, шикарная фигурка. Очень выделяется из остальных. То есть он такой весь бледный, как покойник. Типа, как, не знаю, туземец какой-то раскрашенный. Такой прикольный перламутровый цвет. Что еще сказать? Ну, у него тут супер вооружение. И маска, которая одевается. Я не люблю вот эти вот сменные головы, когда куча ненужных аксессуаров. А тут вот все можно нацепить практически. Плазмокастер, диск в комплекте, мачете от Lost Predator. Первой версии, копье, ну, соответственно, лезвие, трейдмарк всех хищников, причем они черные, тоже уникально, по-моему, никакой другой фигурки такого нет. Так, ну, копье и сказал, да, ну, то есть, зарядить его можно по полной. Очень такой классный хищник, классный раскрас глаз у него такой лютый. И плюс эта фигурка, значит, это у нас линейка не по Кеннеру, Кеннер Трибют, так называемый, которые когда-то в 90-х годах фигурки выпускались. Вот они их в современном виде воссоздают. Значит, это была первая фигурка, у которой был добавлен сустав в груди, вот этот вот болджойн, так называемый, дополнительный как бы артикуляции. Я не фанат этого, вот, потому что как бы скульпт туловище это, на мой взгляд, портит, конечно. Но, тем не менее, примечательная фигурка именно этим, то что это первая фигурка с суставом в этом месте. Вот. Ну, посмотрите еще раз повнимательнее на самого хищника, потому что даже линейка Кеннер уже стала подделываться, пошли буты. Я вот недавно себе Viper Predator искал. И, соответственно, уже пошли буты этой фигурки. Очень классного качества, то есть если не заморачиваться, можно спокойно будет брать. Не знаю, конечно, как он в руках себя ведет. Ну, окрас вот бутов по Кеннеру, Вайпер в частности, просто шикарный. Я в итоге нашел себе, конечно, оригинал, но он реально, говорю, он хуже покрашен, чем подделка. В данном случае, обратите внимание, как покрашен оригинал Ghost Predator. Вот. Эти детали очень важны, кто заморачивается оригиналом. Также, значит, ну, сама полиграфия такая глянцевая, значит, картонка.
Вот. И сам номер артикула выбит у нас над штрих-кодом Т67Н080616. То есть это либо 8 июня 16-го, либо 6 августа 16-го года. То есть оригинал будет обязательно с такой маркировкой. Если нет, стопудово будут. Вот и все. Небольшой такой обзорчик той хантинга моего очередного. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.